вот Сергей Матвиенко пишет, мы уже с ним разбирали видосы. У моей дочери врожденный гипотиреоз. Гормоны не даю, пою травы, в том числе чистотел, на свой страх и риск. Чем закончится, не знаю. Вот смотрите, когда это было определено. Вот когда не понимают, с чего это все возникает, обычно говорят, что это врожденное. То есть вот, что это сразу же родился ребенок, и уже у него пошел этот гипотиреоз. Как он выражается? В чем он выражается? Или он через какое-то время возник? Что, какие изменения были вот до этого? Чем дочка переболела? Что там было? Вот надо произвести такое вот исследование. И если вам никто не помогает, то берите, будем говорить, ситуацию в свои руки и начинайте исследовать, начинайте сами себя образовывать, начинайте и искать по следствиям, идти к причине. А так, когда сказали, и все, и пошло, поехало. Вот тебе и гипотиреоз. На все имеются, важно понимать, на все имеются свои причины, на все имеются свои следствия.